Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас с Пионерского проспекта. Здесь у нас выглянуло солнышко, хотя вся Анапа сегодня в дымке, в тумане. В принципе, как и в Сочи, в котором задерживается огромное количество рейсов, и люди бедные ночуют уже второй день в аэропорту. Сегодня уже после обеда начали рейсы прибывать и убывать, и это немножечко исправит ситуацию. Сейчас можете увидеть, как это вообще все выглядело. Вот люди отдыхают в Сочи, в аэропорту. Я рассказывал вам о том, что ко мне обратились ребята, о том, чтобы помочь им с машиной. Посмотрите видео обращение, пожалуйста. Они находятся на Донецком, на Авдеевском направлении. Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики Юрия Заровского. Мы военнослужащие Российской Федерации, проходящие службу в зоне СВО, подразделение артиллерийской разведки. Вынуждены обратиться к вам за помощью в приобретении автомобиля повышенной проходимости, так как наши автомобили были выведены из строя противником. Автомобиль повышенной проходимости нам нужен для того, чтобы скрытно и быстро выходить на точку работы, отрабатывать и также скрытно и быстро уходить с нее. Для того, чтобы возить наше оборудование и все сопутствующие предметы разведки. Спасибо всем большое. Победа будет за нами. Я думаю, что очень важно им помочь. Спасибо вообще всем, кто откликается. Это очень важно, потому что в это время надо быть единым фронтом, чтобы противостоять врагу. Других возможностей выжить в нашей стране нету. И очень важно, что кто-то это понимает, а кто-то как в горячем ключе препятствует захоронению наших героев. Это очень печально, дорогие друзья, что такие случаи вообще в принципе случаются. Но уже все хорошо, похоронили. Царство небесное, вечная память нашим героям. Сейчас я нахожусь возле Сибур-Юга. Можете посмотреть там. Люди ходят по территории, чистенько все, уютненько и убрано. Но вообще сегодня я приехал на Джимоты, потому что у меня появилась информация. Только сейчас идет массовое переселение и отъезды беженцев из Феи-3. Их частично переселяют сейчас Динамо. Кто не успел еще реализовать свой сертификат, говорят, что всем все выдали. И уже многие съехали, сами разъехались. Сейчас я вам покажу саму Фею-3, парковку после нее. Собственно, и сама Фея-3, как видите, пешеходный переход. Бабушке было тяжело слезть с него, потому что нету пандуса. Видишь, что машин становится меньше, да и людей здесь уже нет такой большой численности, как это было до этого. По моим данным, сегодня около 50 семей съехало. К концу месяца здесь не должно остаться уже беженцев, и будет пансионат готовиться к летнему сезону. Это для тех, кто переживал, как будет вообще обстановка Феи-3. Начинает потихонечку зацветать верба. Очень красиво это смотрится. Температура воздуха у меня показывает 11,6. В машине показывало 10 градусов. В Анапе было 9 градусов. Вот такой вот большущий разброс по температуре у нас, друзья. А это сама Фея-3. Рядышком у нас есть часовенка, которая работает по праздникам. Также все больше вылазит одуванчиков красивых, желтеньких. Но вот так вот выглядит сама парковка. Вот машина на украинских номерах. Кстати, вот большой вопрос, почему не получают российские номера, возникает не только у меня, ну и у многих. Ну, возможно, медленно как-то все работает, не успевают переделать все документы. Машин, видите, сколько парковочных мест свободных, а парковка была забита полностью. Посмотрите, какая красота появляется у нас, дорогие друзья. Сегодня у нас дует северный ветер до 10 метров в секунду, так называемая бора. Прохладная из-за этого именно и стал. На конце недели опять обещают поднять температуры. Хотя нам для поднятия температуры надо, чтобы туман полностью рассеялся, везде светило солнышко, там будет тепло и хорошо. Можем увидеть, что на некоторых балконах еще вещи сушатся все три, а на некоторых уже ничего нету. Постепенно номера освобождаются. Эх, если бы не ветер, было бы еще бы теплее, я думаю. Смотрите, зелененькая травка, такая безмятежная обстановочка, все больше вот деревьев обрастает почками, еще чуть-чуть, и потом вот так вот резко у нас происходит, бац, и листики. Мне больше всего понравилось, когда для меня было такое необычное явление, что мне рассказали Юрий, а вот у нас, говорит, на северах сначала листья, а потом деревья цветут. Видите, у нас как происходит совсем по-другому. Кто не заметил этот момент, отмечайте себе. Ну вот здесь парковка более полна, заполнена машинами на украинских номерах, стоят они даже вот так вот по дороге. Мы выходим возле Кисьмета, сзади остается наша Фея-3. И здесь можете увидеть, что очень много еще людей, как раз таки, которые относятся к беженцам. Даже вот эта парковка, которая была вообще постоянно забита машинами, видите, частично освободилась. То есть невыдуманная информация. Ну, она из проверенных источников. Ну, вот как все меняется. Упанапа рассказал о том, что вот очень много окурков бросается. Но мы находимся, кстати, возле полицейского участка. Могу здесь отметить, что нету ни одной урны.
То есть сказать, что вот люди такие плохие и неправильно себя ведут, но, ребята, куда выбросить тот же самый окурок? Мы дошли до курортного отеля «Олимп». У меня по нему, кстати, нет информации, что здесь будет с беженцами, переезжают они куда-то или остаются здесь. Если у вас есть какая-то, добавляйте, будет интересно для всех наших будущих отдыхающих. Магазинчики работают и довольно-таки живенько на Пионерском проспекте. Под солнечными лучами, кажется, как будто у нас здесь уже лето наступает, но... Температура совершенно не летняя. Перебрался на другую сторону Пионерского проспекта. И теперь мы здесь с вами посмотрим, что работает, а что нет. Чем ближе мы подходим к гостевому проезду, тем больше жизни. Там же торговые ряды работают, где теплые вещи продают, солнцезащитные очки. То есть потихонечку жизнь курортная идет. Ну, либо подготовка к ней. База отдыха «Динамо-2». Вход. Мы здесь видим людей и машины на украинских номерах стоит. Но здесь уже магазинчик перед гостевым проездом. Как раз таки работает. И вино пенное функционирует. То есть все в полном объеме. Магазин продуктов, но работает вообще круглый год. Здесь наше озеро. Тоже закидано мусором. Разнообразные пивные банки, сигаретные пачки. Вот это же проблема мусорка. Точнее, в их отсутствии. Здесь торговые ряды работают полностью. Это проход к морю, который Сарочка и Рябинушка называется. И мы прогуляемся, посмотрим, как там наше морешко. Самое интересное, что продаются товары вот именно курортного ассортимента. Это вот большие сумки, рюкзаки. Все, что только может понадобиться гостям нашему для переезда. Большое количество разных сумок. Торговых рядов запущено много. И ассортимент примерно одинаковый у всех. Походу, то, на что здесь есть большой спрос. Здесь еще один «Динамо-2» вход с правой стороны. Тут стоянка как раз-таки находится. Ну, немного машин, я так тоже смотрю, не битком. Вся парковка присутствует на украинских номерах все в основном, но немного. Само «Динамо», куда, как понимаю, большинство беженцев и переедет для того, чтобы уже докупать квартиры там и переезжать в постоянное место жительства. Потому что Херсон не освободили, людям, в принципе, возвращаться некуда. Ну и вы видите, что людей здесь больше всего. Ух, какой ветер сильно разгоняется. Российский флаг. И много-много людей. Далее здесь проход на море. В шутливой форме можно сказать, что беженцев переселили поближе к морю. А так там далеко ходить было. Вот там теперь самая первая перед дюнами береговая линия «Динамо». Причины, почему именно так сделали, почему переселили именно сюда поближе, я не знаю. Если у вас есть какая-то информация, делитесь, будет интересно. Север заметает проход через дюны. Так вот сейчас все здесь выглядит. Налево пройдешь, колючую проволоку найдешь. С правой стороны на «Динамо» свалку какую-то обретешь. Посмотрите, какую свалку организовалось тут возле «Динамо». Огромное количество мусора, пакеты, все вперемешку. Наша прокуратура очень смотрит за тем, чтобы было все хорошо. Будем надеяться, что вы отправите наше видео в прокуратуру через ВКонтакте, через госуслуги, и они отреагируют на это. Тем более, ну, это сейчас лицо города, где огромное количество людей с Херсонской области ходят и смотрят на море, видят вот это вот все страшненькое и непонятненькое. Поэтому они могут говорить, что как-то у нас не так, как они привыкли. Образно говорю, не должна быть такой дизрекламы у нас. Идем дальше. Что-то меня вообще ничего не радует. Вот эти битое стекло, бутылки, стаканчики. Здесь вот куча бутылок, пластик. Это вот все дюны по дороге к пляжу этим очень сильно усыпаны. Я не хочу хейтить ничего. Просто так получается. Смотрите, какая красота. Фантастика. Морешка. Привет тебе, наше дорогое. Очень красиво смотреть на первозданные такие дюны. Выглядит это прям вау. Сейчас говорю, если бы не вот этот вот весь мусор, который здесь валяется. То есть не подумайте, что я там придираюсь, что-то нахожу. Ну, просто поворачиваем направо. Бутылки, доски какие-то. Здесь вообще какая-то свалка на дюнах. Смотрите. Все в пакетах, в пластике, в бутылках. Так вот выглядит лицо Анапы. Идем сюда чуть дальше. Вот битое стекло. Ужасно это смотрится. Здесь дети даже сейчас бегают. И здесь так же самая картина. Бутылки, мусор строительный разнообразный. Ужас просто. Но это море наше. Вот такая вот печальная картинка, дорогие мои друзья. Не хотелось бы вам ее показывать, но что есть, то имеем. Вот там, пожалуйста, тоже банки, бутылки.
то же самое. Так, оставим негатив сзади и переключаемся на наше морюшко. Людей много. И в ту сторону прогуливается. И там вот в районе Лазурного берега тоже много людей. В общем, картинка красивая, да? Так смотришь, когда ближе не подходишь, то вау, какие пляжи песчаные, как красиво, как классно. Только чуть ближе подошел, сразу что-то грустно становится. А здесь такая вот лавочка мечты, на которой можно посидеть и полюбоваться морюшком. Особенно куртка, капюшон, чтобы ветер сзади не продувал. Будет очень классно. Сегодня ветер северный, это значит с берега, друзья мои. Как метет песок, вот сейчас как раз таки с дюн переметает его в море, тем самым расширяя пляжную территорию. Если есть какие-то строения на дюнах, то они это действие сдерживают, и берег не растет. Вот так вот это и происходит. Ну, а тех поближе морюшка, здравствуй, наша красивейшая, чистейшая, просто фантастика, не вода какая. Ой, как дует ветер, как сильно сносит песочек. Сейчас прогуливаясь по проезду, услышал от молодежи, проходящей мимо, какого он снимает с матом. Повернулся, что, говорю, сказал, как драпанули. Очень интересные ребята, и как бы хотелось бы, все-таки к нашей реальности привыкали побыстрее, потому что очень неприятно, вот даже сейчас там парень с девушкой сидят в беседке, подходишь, рядышком снимаешь, от них там люди с друг другом матом общаются. Конечно, от наших детей я тоже на площадках слышал такие, как говорится, высказывания, всегда делал замечания, и вам всем об этом говорю, ребятки, не позволяйте рядом с собой, чтобы звучал мат. А даже я не прав, когда в своих видео использую его по делу или не по делу. Иногда, конечно, вылетает, но это не постоянный разговор на русском ненормативном языке. Я буду стараться, чтобы его не было. Помню, после своих первых поездок на СВО, когда вернулся, было очень тяжело переключиться, потому что там все с грубым словечком, так сказать, разговаривают. Но все получилось, и это самое главное. И сейчас, прогуляясь до кривого прохода в обратную сторону, через кривой проход, хотя мы, в принципе, недавно его смотрели, но все равно будет интересно увидеть, что же там происходит. А пока будем двигаться в эту сторону дюн, хотелось бы вам рассказать про ЖДМ подорожание, потому что некоторые из моих подписчиков пишут, что ЖД билеты в принципе плюс-минус остались на таком же уровне. Кто-то считает, что билеты подорожали на 10%, а кто-то на 30%. У меня такой прям спор возник в комментариях в Телеграм, на который я призываю вас подписаться, Море Ос, либо в поиске Юрия Заровский. Буду рад вас всех там видеть и участвуйте в дискуссии, потому что в действительности кто-то говорит, что и на 50% стало дороже. Самое важное, что не могут разобраться, за сколько же все-таки билеты сейчас продают. За 45, за 60 или за 90 суток. Везде какие-то разные данные от всех прилетают. Так что будем рады вам поучаствовать в нашей дискуссии. Ну и вообще пишите, ну, как вы считаете, увеличилась ли цена на билеты ЖД у нас в России или осталась прежним. Но самое важное, что хочется отметить, что все-таки у нас РЖД — это монополист, и из-за этого, к большому сожалению, у нас выбора другого нету. Особенно в Анапу, когда не летают самолеты, приходится пользоваться тем, что есть. О, обратите внимание, как дюны здесь зазеленели. Прям уже такой зеленый-зеленый островок. На дюнах потихонечку лох серебристый начинает также выпускать свои почечки. И знаете, ни с чем не сравнятся ощущения в тот момент, когда у нас лето идет первый месяц или даже конец мая, и они распускаются, цветы, начинает появляться такой невероятно вкусный аромат цветов. Ты сидишь, такое солнышко, теплышко, теплый песочек, шум моря, и невероятно просто пахнет цветами. Для меня это лучшее время, когда цветет лох серебристый. От души мы это говорим. Именно здесь, где зори Анапы находятся, хоть тут уничтожены деревья, да, но мусора, по крайней мере, на дюнах я не наблюдаю. Это очень хорошо. Вот так вот можете посмотреть, как подрывались дюны. Кто помнит, позапрошлый или прошлый год даже. И делался тут проход. В итоге дюна начала разрушаться, корни уничтожились у деревьев, деревья высохли, и вот так вот попадали вниз. Вот так вот были загублены деревья лох серебристого, которые у нас тоже находятся под охраной на наших дюнах. Вроде как. Надо спрашивать у прокуратуры природоохранной, почему никаких реакций на постоянное уничтожение на наших пляжах вот таких вот наших рекреационных ресурсов нету практически реакции. Но здесь вот не могу понять, что произошло, то ли очистили песок,
ли еще что-то. Ну, в общем, заборыш появился, так сказать. Раньше тут песка было гораздо больше. Куда он делся, прям большой-большой вопрос у меня возникает. Ну, а дальше вот такой уровень здесь и был, что туда внутрь можно было заглянуть. О, какая красавица. Невестами называют эти деревья. Мы идем по самому некрасивому проходу у нас в Анапе. Просто, представьте, миллиарды рублей платят люди за отдых в этих местах. Вот Юра может наблюдать такую красоту, когда приезжаете вы, здесь даже не могут поштукатурить, как-то сделать красиво, там муралы, может, какие-нибудь красивые нарисовать. Вы ходите вот по такому проходу. Это не прикол, ребята, он такой всегда. А сидишь ты такой, продираешься сквозь этих проходов, там, деревьев. Тут валяются бутылки, но ладно, летом бутылок вроде бы не валялось, было, так сказать, почище. Чувствуешь себя и отдыхающим в России. Вот. Как-то так это все выглядит с правой стороны. Ржавый забор с левой стороны, весь забор в каких-то надписях. И поверьте мне, к сезону здесь изменится только то, что, возможно, положат досточки, чтобы по ним было поудобнее ходить, а не по песку. Отдыхают здесь вот все те санатории, которые мы проходили с нами в начале видео. Очень обидно, согласитесь, что так. Молодежь идет, маты орет, музычку слушает. Ну, хотя бы черные глаза играют. Вот как думаете, что они в рифму кричат, припев на эту песенку? Вот так и живем. Кстати, смотрите, посносили походу все ролеты, сделали забор. И больше на территории Зори Анапы этих торговых павильонов не будет. Ну, либо, может быть, построят что-то современное в этом месте, чтобы более привлекать внимание людей. Ну, а может быть, свою территорию расширят и украсят для гостей своих. В общем, мы будем на это все посмотреть и увидим только, наверное, к сезону ближе, как 100% здесь будет все выглядеть. Прошу прощения, Заря. Не Заря, она именно Заря называется. А здесь у нас Дюны Золотые называется и Лукоморье. Если где-то здесь отдыхали, пишите свои отзывы. Ну, я думаю, что на этом можно вернуться к морюшку, потому что круг у нас закончен. Ну, вот и завершилась наша прогулочка сегодня к морюшку. Не забывайте, друзья, делайте добрые дела, особенно для наших дорогих солдат. Это очень важно, нужно. И тогда скорее настанет мирное небо над нами всеми. От души желаю вам всем приездов в этом году на море. И чтобы все ваши желания случились и получились. Ну, а теперь... По традиции для вас наша любимая морюшка от души.